Если проблемы уже реализовались, как все-таки к ним относиться? Я все-таки хочу, чтобы они исчезли. Но нет, чтобы исчезли, ты не можешь. Ты должен подняться к их корню, к духовному, и исправить там любые проблемы. Ну, давай скажем так. Вдруг ты сейчас увидел, что есть проблема твоего отношения к товарищам. Если ты пренебрегаешь ей, то проблема эта начинает спускаться вниз, пока не начинает мешать тебе где-то. То есть в отношениях твоем к товарищам ты проблему не замечаешь, но в отношении твоего, скажем, к семье, ты получаешь и уже чувствуешь. Ну, так и происходит спуск. Если ты там не заметил, то проблема спускается еще на более низкие уровни, пока ты почувствуешь через здоровье или еще что-то, чего ты не можешь избежать. Ну, так. И что можно сделать? Зависит от того, где ты можешь исправить. С помощью чего? С помощью группы, с помощью разного вида подготовок. Ты исправляешь не там, где сама проблема уже телесная, допустим, а то, что ты можешь исправить ее в духовном корне. И получается, что несмотря на то, что болит у тебя там, не дай бог, что-то в теле, ты исправляешь это в любви к товарищам. Какая разница? Все исходит из бесконечности. Ты можешь исправить все в высших корнях. Все плохое, низкое, но всегда... Ты получаешь страдания, проблемы на уровне, на котором ты можешь отреагировать. Если ты не отреагировал на более высоком уровне, то проблема спускается на уровень более низкий, которого ты избежать уже не можешь.